приветствую, дорогие зрители моего канала, с вами Экранчик. И это уже третья серия выживания в Майнкрафте. И вот уже каким-то образом успела наступить ночь. Вот этого я сейчас вообще не понял, поэтому я пойду посплю. Пожалуй, опять эти жители спят у меня дома. Уходи отсюда. Уйди. Все, ударю. Я говорю, все, вот, жить. Вы обалдели совсем? Ну, я вас бить буду, если вы будете ко мне домой заходить. Пошел вон отсюда. Охренели уже совсем. Ни стыда, ни совести вообще. Надо будет чего-нибудь закрыть сейчас. Оп. Все, не зайдут. Так, ставим кровать обратно и ложимся спать. В серии мы нашли собакина. Приучили, точнее, и спавнер в пещере. В этой серии... Совсем забыл. В этой серии я планирую расширять этот домик. Ну и, возможно, еще сходить в пещеру. Вот насчет пещеры не знаю, но домик точно расширять уже надо, а то он какой-то маленький слишком становится. Точнее, он, в принципе, уже какой-то маленький. Ох, уйди! Что ты сюда пришел? Уйди отсюда вообще. Кыш. Так, ну я начну краски, наверное, с реставрации данного домика. Поэтому сейчас мы вот это вот все сложим в как его, сундук. Вот. И сейчас возьмем только все самое нужное. Так, ну нам точно понадобится кирка. Вот, поэтому 3 штуки возьмем. Так, дальше, что дальше? Нам еще 100 будов понадобится как его. Топор, поэтому надо взять палки, ну одну единственную, и сделать еще палок, топорик. Всем забыл взять камень. Так, где он тут? Вот он. Все, отлично, делаем топорик. Если что, второй сделаем. Потому что дерева тут не так много. Ну и можно вот это вот сейчас все просто срубить взять. И... Все, так, сейчас начнем рубить как раз. В процессе рубки дерева мне приходится вот так вот ломать камень. Сейчас вот так все запрыгнул. Вот надо просто забрать все это дерево, оно как раз не помешало. Почти полстака, обалдеть. Так, ну теперь можно приступить ломать камень, в принципе. Все, весь булыжник я уже добыл. Так, стекло надо его сломать. Так, ну все, осталась только крыша. Я не знаю, ломать ее или нет, но пока что оставим. Пока что оставим. Если будет плохо смотреться, то это то уберем ее. Так что сейчас мы сделаем дубовые досочки и пойдем делать пол. Расширять будем. Вот. Так, надо будет здесь сейчас сломать дверь и вот этот вот булыжник и поставить сюда доски. Так, продолжаем делать пол. Так, ну, я думаю, то, что мы тут сделаем две
дверки. Поэтому сейчас я сделаю ступени. Так, надо еще. А хотя нет, сейчас надо посмотреть, хватит или нет. Может, хватит. Да, хватит. Да. Отлично. Все, супер. Вот здесь будут двери стоять. Так, а вот сейчас бы я это все перенес куда-нибудь. Ну, подальше от входа. Вот. Сейчас мы здесь это все переставим. Но сундук я вот не хочу ломать, потому что в нем вещи, они сейчас все выпадут. И мне придется их перетаскивать, поэтому пока что. Нет, не сюда. Тут будет все-таки стена идти, поэтому сюда не будем пока что ставить. Печку поставим ее, ну, допустим, ну, верстаку. Ну, вот его я ломать не буду, потому что, ну, потом вещи принесу, собственно говоря. Сейчас я буду делать стены, они, наверное, будут, они будут каменные, да. А у меня только стак булыжника. Ну, стака тут точно не хватит, это я, в этом я уверен, то что тут явно не хватит стака. Так, надо как-то эту проблему решать. Значит, ну, самое логичное, это пойти сейчас просто в шахту, что я сейчас и сделаю, в принципе. Вот. Поэтому пойду-ка я в шахту, добуду булыжника для расширения дома, для стен. Поэтому не буду медлить и сразу же пойду в пещеру. Это, ну, и насколько я помню, она была где-то там. Потому что в прошлой серии мы туда ходили. Да, вот. Как раз факел мои. Ну, вот прям тут сейчас и будем добывать булыжник. Все, я, в принципе, добыл стак булыжника. Я думаю, мне этого хватит. Сейчас идем в деревню обратно. Опа, курочка. Мне еда не помешает. Так, идем дальше. Так, ну я уже пришел, в принципе, в деревню. Надо уже начать делать стены для нашего домика. Так, сразу в активные слоты булыжник. Да я смотрю, вы уже оборзели совсем. Ну что это такое? Ну это, ну вообще, ну уже ни в какие рамки. Пошли вон отсюда. Я тоже сейчас, я сейчас буду спать. Поняли? Понятно? Я сейчас буду спать. Все. Опередил. Все. О, боже мой. С игры обалдели совсем просто. Так, ну все, можно, в принципе, строить стены для нашего домика. Так. Делаем стены. Да, вот я же говорил, что здесь будет проходить стена, поэтому нельзя было сюда поставить вот печку. Поэтому я ее убрал. Так, ну тут у нас. Вот тут вот у нас будут двери, поэтому здесь мы ограждаем место, чтобы не забыть то, что тут будут дверки. Надо сделать еще вот это вот все. По красоте. Так, ой. Так, вот здесь красота. Да ё-моё, блин, не получается нормально застроить. Во,
Ну да, вот, вот так вот, в принципе, нормально. Так. Так, я тут так посмотрела, но это какая-то не состыковочка, по-моему, явно, нет? Нормально все, что-то я не понимаю. Да, не состыковка. Да пофиг. Еще потом просто крышу нафиг уберу и все. Так. Продолжаем делать стену. Вот на задней стене дома я никогда вот в своей жизни в Майнкрафте не делал окна, поэтому тут окон не будет. Да, я говорю, тут стыковка небольшая. Ладно, ничего страшного. Переживем. Ну, сюда вот можно, в принципе, блоки поставить, поэтому... А мы сейчас так и сделаем, что. Оп. И вот сюда вот раз, два. И просто блоки вот так поставим, и все. Тут эти вот ступеньки как-то не очень выглядят. Конечно, тоже сам дом не очень выглядит. Да ладно. Так, я начинаю замечать все больше несостыковок в своем доме. Все больше и больше. Сейчас даже сверюсь со своими, скажем так, видениями. Тут 3 блока. Вот здесь 4 блока, а вот здесь вот 1, 2, 3, 4. Ну, тоже 4. Тогда нет, тогда все нормально, если мне показали просто. Не показалось, я просто не знаю, не хочу, чтобы у меня дом нормально выглядел. А тут 1 блок будет. Блин, все-таки не состыковка какая-то. Реально. Да ничего, просто эту крышу-то уберем сейчас нафиг и все. Сюда. Все, крышу я убрал. В принципе, сейчас сделаю крышу. Сейчас сделаю крышу и стену. Так, отлично, так вот, что-то как слишком много, вот так. Лучше буду просто молчать, так вот, собаки у меня сидит, что-то как-то слишком высокий у меня стен, надо будет это вот сейчас просто убрать. Да, вот, и вот на вот таком вот уровне строить нормально. Вот здесь, да, вот так вот. Так, ну все. Стены сделал. Стал сделать крышу, самую такую. Ну, обычную просто крышу. Потом в следующих сериях сделаем крышу получше, покрасивее,
Блин, у меня закончился булыжник. Мне не хватило булыжника на крышу. Поэтому... Ну, уже, наверное, в следующей серии достроим крышу. Ну что, дорогие друзья, а на этой прекрасной ноте я хотел бы закончить видео. В этой серии мы реставрировали наш домик, делали его больше. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч и всем пока!